Маш, ну ёк макарёк, ты чего опять в коридоре сидишь? Тебя что, в класс не пускают? Я просто не хочу в класс. Ты пойми, игнорирование проблемы не решит. Тебе надо наладить контакт. Может, вы это лучше моим одноклассникам скажете? А у них своя голова на плечах должна быть. Нет, я, конечно, тоже не понимаю. Не по-людски это как. Ой, что вы за меня переживаете? Осталось-то буквально полгодика. Потом экзамены, до свидания, школа, скатерть дорогу. Так это ж тебе скатерть дорогу получается. А? Ну, ты же школу копить, не наоборот. Ладно, сиди тут, раз тебе так нравится. Но чтоб после звонка в классе была. Да не вопрос. Слышала, там Кузнецова опять на плюсную спускает. Какие в этот раз? Ну, всякие. Блин, как это тупо. Тупо, конечно. Как вообще можно поверить в то, что ты сразу с двумя? Ты типа как бы за ним-то вряд ли. Да не в этом смысле тупо. Она же постоянно всем говорит, что всем на меня плевать. А как ей может это одновременно на меня плевать и хотят со слухи распускать? Ты возьми и спроси. Чего, Кузнецова прямо? Ну да. Да нет, ну что, я думаю, что ли? Евреев нацистов, наверное, не спрашивали, за что они убивали. По-моему, спрашивали. Ну это же логично спросить. За что вы нас убиваете? В смысле, прям так? А за что вы нас убиваете? Ну да, а у кого еще это спрашивают? Особенно, если ты в концлагере. У других евреев, что ли? Ладно, забей, короче. Просто примерно дальше в голову пришел. Да я понимаю, ты сыр просто. Слушай, давай у нее сама спрошу и тебе передам. Давай, вот она идет. Лера, Лера, слышишь? Что тебе? Зачем ваш класс маску травит? Кто ее травит? Да кому-то же мощница нужна вообще, кроме хачей своих. Ну, не знаю, ваш уже мой класс. Это она тебе подбивается, как ее не спрашивает? Ты даешь, она чмошница. Это ты уже говорила. Не надо никому ничего передавать, я сама все слышу. Что он сделал вообще? Что, действительно хочешь знать? Хочу. Ну, слушай. А почему именно я? Внутренний мир подростка состоит борьбой между двумя противоречиями. Очень хочется делать то же, что ровесники, но при этом не менее сильно хочется выделиться. Тот, кто не умеет держать баланс между этими желаниями, обычно и становится изгоем. И это все? Принципы, да. Радуйся, что ты кому-то нужна. Чувствуй мое. Ты самый важный для нас и для меня. Я достаю. Между ним боль твою. Ты на мне брат. Что, прям так и сказала? Нет, конечно, она для этого слишком тупая. Да Юлька что, дура такого Кузнецова спрашивает? Она бы с ней даже разговаривать не стала. Я это в интернете прочитала про школьный рад и всякое такое. Слишком много ты в интернете сидишь. Он с тобой, ребята, не дружит. А о чем с тобой разговаривать, если ты вечно то в компьютере, то в телефоне? И мама, да что с тобой вообще разговаривать, если у тебя все проблемы, то в телефоне, то в компьютере. Конечно. Все кругом дорогие, да, по массу. Ну, да, так просто. Не такая, как все. Ну, конечно, не такая, как все. Посуду вам не моешь, комнату не убираешь. У всех денег, как дети, одна ты у меня горишь по колокола. Вот игнорировал бы ты их всех, и никаких вопросов же не было. Ну, мам, все, я тут сильно так разговариваю. Ой, фу. Алло, Юля, Юля, слышишь? Ага. Я, короче, в Питер еду. Прям сейчас? Нет, ты что, совсем что ли? Экзамены сдам и уеду. Более кому-то там нужна. А тут нужна, а что подумать? Ну и что ты там делать будешь? Не знаю, до сих пор я не придумаю что-нибудь. Я, короче...
Я бы уехала в Питер. Этот бы город глаза не видели. Я бы уехала в Питер. Если б меня отпустили родители. Это Питер, детка, там это не тут. Мои мысли наконец оценят и поймут. Из того же, что они сделанное место. Может быть художница, может поэтесса. Не приемлю город свой ни в коем виде я. Никакого здесь не вижу я развития. В отражении от моей тут совсем не в тему. Ведь припею никогда не понять богему. Ты-то откуда знаешь про все это? Ты ж там никогда не была, поэтесса, блин! Так и ты! Так и ты! Так и ты! Так и ты! И чё? Зато у меня там подруга есть. Настоящая подруга, не то что некоторые. Которая поддерживает, когда надо. Сейчас подруга, почему я про нее никогда не слышала? Сейчас услышишь. Есть подруга у меня, что там живет. Так уж там все и мило. Ну еще бы, ведь она за целый год на журфак свой так и не поступила. Пишет ей, что негде жить и нет друзей. Подозрительно молчит про работу. Но меня не удивить, ведь город сей для элиты, а не для идиота. Голова болит нещадно и дрожит.
моя рука, кому день рождения, да поможет у Санька, а не мазерна или даже лазерное шоу. Вот сейчас я очень плохо, помню, было хорошо, куда делся пьяный кот, что вчера мне угрожал. Почему я бой, кстати, да и где мой причиндал? Клоуны украли мои гениталии, взяли и украли мои гениталии. Нет, я не бру, не сам, просто смотрю, между ног там пусто. А, понятно, почему вы никому не показываете. А что дальше? Дальше я пока не писал, как напишу, обязательно допою. Ну это вряд ли, мы же, скорее всего, с вами больше никогда не увидимся. Может, оно и к лучшему. Почему? Такое дело. Мне, наверное, лучше с мистером Шамарейком не общаться. Я ведь девочка сексуальный преступник. В смысле сексуальный? Ну что, по-моему, вполне себе. Ладно, плохая шутка. Тут ситуация сложная. Ты когда-нибудь сталкивалась с травмой? Да, к сожалению. Вот и я тоже, к сожалению. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Если честно, не очень хочется. Ну, пожалуйста, я еще никогда не встречала в своей жизни сексуальных преступников. Очередной скандал в журналистских кругах. Известное колумнистка цифрового издания «Пульс столицы», пожелавшая остаться инкогнито, обвинила своего коллегу-журналиста и блогера Артема Казанцева в сексуальных домогательствах прямо на рабочем месте. Господин Казанцев уже предъявил алиби, но ситуацию это не изменило. На данный момент журналист уже уволен. В соцсети Твиттер немедленно развернулась кампания против журналистов. Впрочем, некоторые участники склонны называть это травлей. Так это или нет, решать не нам. Все выводы вы делаете сами. Этим твитом я хочу наконец расставить все точки над «и». Оправдываться я не собираюсь. Вот авиабилеты. Последние две недели я был на дне рождения друга в другом городе. Этого достаточно, чтобы закрыть вопрос? Ну нет, почему же? Давайте это обсудим. Напомнить тему обсуждаемой проблемы. Господин Артем Казанцев лишь один из тех засранцев, что от постоянной скуки распускает свои руки. Жизнь к ничему не учит, а и волею дремучей встали на пути. Прогресса среди нас таким не место. Ну, вы поняли идею, а теперь дадим злодею возмущение. Здорово, лживое, но все же слово. Каждый может убедиться, меня не было в столице. Его не было в столице. Это все большая ложь. Против фактов не попрешь. Против фактов не попрешь. Все просто, видите, сотни. В 90 преступлений уголовных именно самцы виновны. Так что стой не слишком близко, не хочу быть зоне риска. Если у тебя есть писька, ты уже в расстрельном списке. Очень сильный аргумент, только он звучит как бред. Может да, а может нет, может да, а может нет. Может быть сюда причина, только в том, что я мужчина. Мы мужчины, правда, море, со статистикой не спорят. Вижу вам, не жить, не быть, надо жертву обвинить. Вы представьте, господа, через что прошла она. Мы ее тепло согреем, мы ее согреем сострадание. Итак, это вас не жалкий факт. То есть, проще говоря, виноват один лишь я. Пострадавших мы не судим, но что мы добрее к людям. Это не судна работа, а игра в одни ворота. И сейчас садишь все хуже, делая себе безгрузу. И что дальше? Теперь мы по заветам Твиттера заберем по буквам Гитлера. Гитлер! Да ты же Гитлер! Реальный Гитлер! Натуральный Гитлер!
абсолютный Гитлер, жопный Гитлер, анальный Гитлер, ебаный Гитлер, гитлерный Гитлер, домотканный Гитлер, постольный Гитлер, Гитлер, Гитлер. Дамы и господа, спасибо за продуктивный консилиум. А сейчас у нас на повестке дня ты... В смысле, я-то здесь при чем? Как это при чем? Ты же его ретвитнул. Да. Так, это я, чтобы показать несостоятельность его оправданий, про что это плохо. Так, я же не знал. Ла. Что же делать-то? А просто удалить можно? Все, хватит на эту ситуацию, дурацкую мысль. Каждый раз противно, как в первом. Да какой же будет социальный преступник, так и нет? Даю тебе, а? А так и сдам. То есть, неприятная тетенька, она говорила, что мол, не человек, не мужик, а так. Чмой насильник. Это теперь говорит, что не насильник даже. Ну и что остается в итоге? Да вы не переживайте, я вот тоже чмошница, но одноклассники так говорят. Ничего, живу как. Надо их изнудить. Смело посылай в жопу, это же школьник, они тупые у них. Мозги еще не отросли. То есть, извини, я хотел сказать, что... Не, ну спасибо, конечно, хотя у меня мозги на самом деле, видимо, не отросли, раз и под себе самооценку повышаю. Ну, подожди. С кем разговариваешь? Да я так. Опять в рулетке сидишь, что ли? На хуи наливаться не можешь? Может, тебя на них уже это самое, а, потянуло? Иди ты к бане. А что, смотри, скажешь, что домик я переделался, и тебя сразу обратно возьмут, даже премию выдадут. Ну уж, конечно, не забывай, в какой стране живешь. Не знаю, в какой стране ты живешь, но я почему-то живу в стране, где мой муж уже полгода не может устроиться на работу. И что мне делать теперь? Митинги устраивать? Значит так, Надежда Федоровна сегодня заболела. А вы чего радуетесь? Что за радость такая у вас, я не пойму. Вы забыли, что у вас экзамены на носу? Сидите, готовьтесь. Лаврентьева, а ты чего телефон-то сразу засел? Как ЕГЭ будешь давать? Сдам как-нибудь. А вы нашли кого спрашивать? Я же все равно только в кулинарную технику возьму. Зато с голоду не помрет. Чего? Ну, или на крайняк всегда можно на заработать. А хочу, кстати, нужно нормально платить. Пошла в жопу. Так, стоп! Лаврентьева, это что за детский сад? Кузнецова, это что за нацизм? Еще А-класс называется. Гордость родной нашей школы. Фу! Вон, даже в одиозном 8-м В дубы дубами. И кто себя поскромнее ведут? Только они под буклопином просто. Ага, к 9-му на солид перейдут и все. Тушите свет. Жора, а тебе чего не мяться? У тебя, между прочим, четверки по физике. Двойка выходит. Не Жора, я Куга. Да хоть и встать, и пекли Леониде. Кто за тебя двойку исправлять будет? Пушкин? Так он же фигурально выражается. Умер. Как и моя вера в тебя, Жора. Ну ладно. Ой, все, надоели вы мне, сил больше никаких нет. Если вы хотите, делайте что хотите. Герасам на меня насрать и на будущее свое насрать. Так-то, я не поняла. Слышь, Бразон, для того, что ты жопу послала, думаешь, полгода осталось все. Самое время берега терять, а? Ага, сиськи отрастила, и все можно стало. Вот это я не знаю, что ли, какие там сиськи. Ну, побольше твоих так-то будут. Пошли. Эй, ты куда пошла? Мы не договорили. О, Маш, привет! Как дела? Не обижаешься, надеюсь? Нет, слышь, есть немного. А что вы тут делаете? Не посидите регулярно? Ну да, а что это, плохо? Ну, тут же в основном одни члены. Что члены? Члены, если что, отличные собеседники. Никто из них не навязывает мне свое охуительно важное мнение. Никто не пытается объяснить правильность какой-то политической позиции. Просто общат пару секунд на экране, убеждаются в том, что я мужик, и переключаются. А я как будто контакт наладил. Вы, наверное, очень скучаете по вашим коллегам. А почему вы в интернете ни с кем не познакомитесь? Вот с тобой познакомился. Меня, кстати, о чем зовут? Очень приятно. Но я имею в виду, нам
нормальный интернет. Нормальный интернет – это оксюморон. В смысле, как ректор? Нет, я хотел сказать, что ничего нормального в интернете нет. Сейчас попробую объяснить. Посмотри на мой профиль, слева и правая стрелец, девка и другого типа фемка. Это криптоанархист, это кибернихилист, не найти лишь просто человека. Одни мечтают вдалеке о сильной правящей руке, облизывая зло свою стабильность. Другие за свободу рвут верша рукопожат, несут повсюду, находя несправедливость. Предъявили как-то раз мне за слово пидорас, ибо сильно кепь это оскорбят бой. Звоногиев не держу, с парочкой из них дружу, в пути журналистов их хватает. Право шаг, лево шаг, ты уже для кого-то враг, не хочу таких и отношений. Край на синий там не тут, их добру не приведут, независимо от их решений. Ну это вы как-то очень сильно обобщаете. Можно на «ты», кстати? Да, сколько вам лет? 35. А мне 16. Это же получается вы меня больше, чем в 2 раза старше. А ты что думаешь, 2 одинаковых раза? Я вот сколько себя помню в детстве, все хотел поскорее повзрослеть, и пока 16 исполнилось, целая вечность прошла. А потом где-то в 17 моргнул, и вот только что выморгнул. Так что это 2 совершенно несопоставимые половины моих 35. Ну хорошо, но про интернет я с вами не согласна. Интернет такой не весь, он не так уж плохо здесь. Если посещать не только Твиттер, есть же куча соцсетей, где полно других людей, где не запрещают слово «пидор». Или можете зайти, мы на «ты», а допроси на известный анонимный форум. И как будто нет проблем, если ты не знаешь, кем предаешься странным разговорам. Это лучше без меня. Ну тогда не знаю я, может, дружба не твоя стихия. В этом не чужой ветры, в этом не твоей вины. Только люди в целом не пользуются. Может и не все подряд, только правду говорят. В бочке с медом есть кусочек гала. В мире много мудаков и протекших чердаков. Встретиться такой пиши пропало. Так что, ты что, плачешь? Тебе 16 лет, ты старшеклассница получается. Я думал, старшеклассники таким уже не интересуются. Есть одна отца, которая не вернется. Если она одна, то это уже не травля, а межличностные конфликты или никак. Так в том-то дело, что она выставляет меня перед всеми, как я не знаю. Значит, остальной класс тебе в целом положительно настроен? Да и просто всем насрать. А если вычеркнуть твою отцу из общего уравнения, если решить конфликт лично, класс станет тебе лучше относиться? Что, предлагаете морду ей набить? Первое, что приходит в голову. Согласен, звучит не очень? Нет, я не заниматься не буду. Она же меня потом в шоу своей поймает. Да я играться не могу, не хочу. Ну, тогда остается постепенно укреплять свой авторитет в классе, а там уже совсем полегче. Ну, вот я и пытаюсь самооценку себе повышать. Это полезно, но и бесполезно. Чтобы свой авторитет укрепить, нужно не свою самооценку поднять, а чужую понять. Слушайте, я просто терплю полгодика. Хватит терпеть. Давай, рассказывай мне про свой класс. Артём, ты освежитель воздуха последний раз покупал? Да. Пахнет хуже, чем говно. Это после того, как им побриться, если что, срать надо, чтобы лучше стало. Я обычный город. Все, у тебя не так людей. Давай вставай, пошли окрошку делать. Сейчас. Короче, Маш, добавь мне в телеграме, если я все текст напишу. Что за Маша, Казанцев, тебя что, на малолеток потянула? Поступает на журналиста, репетитор. Маша, это правда? Ага. Что сразу не сказал. Дело-то хорошее, я наконец за ум взял. Хвалю. Короче, Маша, спишемся. Стоп. Ты далеко собралась? Вас, а ты что, на урок не собираешься? Я? Тебя вообще ебать не важно, куда я там собираюсь. Ты мне сказать ничего не хочешь? Мы хотим мне что-нибудь сказать. Это что должна? А, то есть ты не только тупая, но у тебя еще и склероз. Конфликт провоцирует, не ведись. Слушай, Кузнецова, я просто не хочу с тобой разговаривать. А придется? Придется, напомни, до кого ты вчера в жопу послала? Так это не у меня, а у тебя склероз получается. Че? Это зря, на публике бы еще сыграл, но вас никто не слышал, так что подъемочка ушла в холосты. Только отцу зря тебя возбудила. Хорошо, пизда тебе. Ну мы это еще посмотрим, да? Ты сейчас ко мне обращаешься? Нет, конечно. Это же просто твои мысли будут
удобная для помощной формы. У меня просто хорошее воображение. Правильно, ехать кукухой нам пока рановато. Дальше делаем что? Дальше хорошо учимся, ведем нормальную жизнь и ждем удобного случая для психологической борьбы с овцой. Наличие зрителей обязательно. Молодец. Ну что, переходим к докладам. Кто первый пойдет отвечать? А? Где лес рук? Чижова, твою руку я вижу, но хотелось бы для разнообразия хоть раз начать с кого-то еще. О, Лаврентьева. Ну, доске Лаврентьева. Какая у тебя тема была? Внутрипартийная борьба в ЦК КПСС после смерти Сталина. Ну, начинай. В марте 53-го умер Сталин. Всякие ненужные подробности мы оставим. Важно, что никто из сталинского окружения в принципе не очень ждал такого положения. Пока сизали свет, занавес откроем, и вот на сцену вышли наши герои. Только не смотри на Жукова, это на потом. Он нам пригодится позже в 57-м, когда он будет снизу по-армейски зубы подать Хрущева от антипартийной группы. Из тех, кому нравится сталинский путь и успевшего перепринку, хотя не суть. Так вот, короче, Китай империи, приятники Жова, Лаврентьеверия. Да, я тоже заметила сходство имени с моей фамилией. Очень рада, что вы это закрепили. Так вот, он хочет власти с невероятной для беда страсти. Всех конкурентов держит под прицелом, так как следующий герой не против этого в целом. Товарищ Маленков, мое почтение. Очень важный персонаж, без сомнения. Номинально он преемник Сталина, хотя большинство соратников привалено. Бедного дядю, его слабые позиции. Вместо того, чтобы тупо длиться, он объединил свои силы с главой КГБ. Карьеру свою оставляю в супе, но это ненадолго. Близится час икс, на сцене появляется вторая палочка твикс. Главный герой Хрущев Никита, и как видно у Никиты зрительная обида. Он летет за головой, а что такого? Перевод на свою сторону Маленкова. Что было дальше, в целом не секрет. Хрущев Никита есть, а Берии нет. Так, ладно, достаточно. Садись, я пока подумаю, что тебе ставить, 5 или 2. Продолжим на следующем уроке. Бога, ты снял? Собирай драматичнее трансляцию в институт. Да, жесть. Лаврентьева ебанулась в прямом эфире. Ага. Пашка, ты подключился? Не, мне делик выполнять надо. Ну ладно. И чё? Молчать будешь? Не надо. Ни в коем случае, фас! Ебанулась? Это вовсе даже не обидно. Я веду себя нормально в целом, но как видно. По причине, что, быть может, вы находите логичной, я кажусь для вас, так скажем, эксцентричной. А насколько Павел спросит лично? Паша, как считаешь? Может ли быть сильная позиция от задрота в мобильной дрочине? Смотрите, вот ты что-то ебало? Поймешь, что позднее. Когда станешь хоть немного старше и умнее, что довольно вряд ли, ведь умно развиваться, тратя деньги мамины на виртуальных фактах. Что ты ебало? Ну тебе отсюда! Ну здесь и так все понятно. Детская агрессия, странные конвульсии, дикие обсессии требуют работы со специалистом. Затем на прием Георгий приходитель чистым и футболку с черепом, боюсь, придется снять. Они то вожди могут никак понять. Что ты ебало? Ты смотри, делать нехуй, уходи отсюда! И закрыл вам будет успехом? Лучше вам меня послушать, даже через неохота. И тогда из вас получится хоть что-то. Но они хотите, что же воля ваша, только не обессудьте, если станет много старше. Подметая двор или разводя кингари, то будете жалеть о том, что потеряли. Смотри, смотри, обтекают перед всем классом. Слушай, может, если я сделаю вид, что я согласен, она съедет сама, то забей, она уже в натуре до пизделок. Чего? Ничего. Так, вот это мне уже не очень нравится. Нет, тоже. Ладно, ничего, вечером спроси у меня. Ну, в смысле, у него, что это можно знать. Я достали, сил нет. У нас в Б-классе сегодня вместо биологии решили какую-то очередную супер важную дисечку.
Позвали бабку и папа. Священника пожирный, ряха, во. И сама увидишь, вас в классе тоже придут. Так вот, весь урок говорят, что аборт это хуёво. Типа вы не любите жизнь себе и своим нерожденным диточкам. А я знаю, что думаю. Допустим, что биомасса матки уже человек, он типа живет. Бред, ну допустим. Так вот, если ты его абортируешь, то ты ему жизнь испортишь. А если оставишь, то испортишь и себе, и ему. Ну то есть выбор как бы очевиден. Маша, ты меня вообще слушаешь? Мася, а? Ты что такая довольная? Да так просто. Да нет, какая-то очень подозрительно довольная. Погоди, у тебя еще кто-то есть. В смысле? Пацан или не пацан, может, я не настолько хорошо тебя знаю. Стоять! А? Головка часов заря. Сергей, вы на кресло кошмар поставишься. А чё? Да ничего, давай здесь потихоньку, у нас тут деликатный разговор. Маша, я тут это, мне надо куда-то еще зайти, короче. Ну чё, сейчас разберемся, кто из нас куда идет. От бессилия берет количество ее обсущее величество. Ты чё мне лезешь, блядь? Кто овца? Кто овца, я спрашиваю? Я извиняюсь, конечно, что сливала деликатный разговор, но как же она ответить, я же ее рот зажал. Ты нахуя ты это сделал? Ну, чтоб не орала. А я, может, хочу, чтобы она орала. Может, ты же её крепче есть? Ну, подожди. Ты не говорила, что будешь себя пиздить? Зачем эти слова пиздить? Стихи читать? Да, ты сказала, обоссышь просто. Ха-ха, вот сейчас тут при всех куда обоссываешь. Паш, ты тупой? Давай без пиздюлей только. Короче, ладно, у меня есть идея. Давайте ее раздельно. Пусть вон она выбирается. Устроит тебя такое гуманизм. Ай! Ты что делаешь? Я тебя найду! Попробуй, что тебя на мужика урод! Пизделей выпишет! Какой еще мужик такой? Так, я же говорил, что баллончик там еще пригодится. Только сейчас ситуация стрёмная. Отца точно отомстить захочет. Тебе надо быть предельно осторожным. Короче, я придумала определенную тему, чтобы она от меня отстала. Я сказала ей, что у меня есть мужик, который даст у меня отпор, если что. Она тебе поверила? Ну а что ей не поверить? Ты запиши мне видос, скажи, что любишь, не можешь. Перцу как-нибудь изначально поменять, скажи, что она на карандаше, что у тебя крутые связи, ну или придумай что-нибудь, ты же журналист. Он у тебя тут, конечно, святое. Спасибо. Ты самый лучший. Ты самый лучший из кого? Ладно, не спать, мне тоже пора. Скоро иду на деловую встречу с коллегам, мне надо быть выставленным, собранным, подтянутым, чтобы устроить там качественную срач. Ну, почему сразу срач? Почему ты так не любишь людей? А этих-то за что любить? Стояли и балами щелкали, пока меня из профессии выписывали. Хоть бы кто прятал. Получается, ты их не любишь за то, что они из-за тебя не впрягаются, а они из-за тебя не впрягаются, потому что ты их не любишь. Кто-то же должен разрывать этот замкнутый круг. Ладно, ладно, я подумаю твоими словами, сейчас спать. Странно, обычно в этот момент в мою комнату жена заходит, я им что-то прогуливаю. Ладно, спишемся. Так, документы у Ефименко на столе. Если она чего-то не досчитается, передайте дружная коллективная «пошла нахуй». Илюх, передашь? Ты мне? Ты же со мной не разговариваешь. А я Илья всех просил, все отпустил. Очень странная перемена характера для человека, который сомневался в моей профессиональной компетенции и предлагал, цитирую, «выбрать свинью». Я сказал «выбрать семью». Как Илья, 40 лет скоро сутки, на всем мысли об одном. Ага, вообще странно. Казанцев трезвый, без кровавой гантели. А я теперь всегда такой Дианочка. С чего это? Вдруг ты что, в церковь начал ходить? Церковь? Я? Ну, по крайней мере, это было бы забавно. Ты видишь, не знаю, что особенного, ты что-то я. Значит, не нужно.
И Дианочка, моим словам, вопреки задержки, нарушил покой. И уж тем более, при рождении тебя глазами срали. Я прощаю всех, и каждого года на тобой не стоит. Я прощаю всех, и каждого года на тобой не стоит. Я прощаю всех, и каждого года на тобой не стоит. И наконец, явится не такая и тупая звезда. В конце концов, тупая звезда не смогла бы рубить крупным свиньям. А вот кто все еще брать? Кто отвратительный собачий палец, когда-то пропащая баба, из-за которой я больше не слабеем. Я прощаю всех и каждого, кроме бенгазетки. Я прощаю всех и каждого, кроме бенгазетки. Я прощаю всех и каждого, кроме бенгазетки. Спасибо, Казанцев. Не сказать, что твои слова легли под моими ногами, как шелковое покрывало, но для тебя это подвиг, я понимаю. Всегда пожалуйста. Ну что, я пойду? Продуктивного вам рабочего дня. Казанцев? Ты чего, охуел? Что? Я говорю, Казанцев, ты еще вообще охуел? Что такое? Ты за ноутбуком уснула, я тебя разбудить хотела, но что-то мне больно привлекла твоя переписка с этой девицей. Как ее там, Маша? Репетитором, значит, давай. Ты про то видео, ты все неправильно поняла, я записал, чтобы ее одноклассники... Какое видео? Казанцев, сюда посмотри на ее последнее сообщение, видишь? Ну да. Пизда. Не, действительно, а это, кстати, чья? Ну, это уж тебя надо спрашивать. Ну, судя по тому, что продолжается сверху, она вот этим вот лицом, с уверенностью 99% могу сказать, что это твоя Маша. Ну, не только 99%. Нет, Казанцев, ты не просто охуел, тоже в квадрате охуел. Ты чего, детскую помогать в школе не помогает? Ничего не помогает, может, она по собственной инициативе? Да, нет, ее инициатива. А главное, Казанцев, это ведь тебя совсем не похоже. Я раньше думала, что я тебя знаю. Никогда в телефон твой не лазила, типа, чего я там найду? Рецепт гейской соли или статью про карательную психиатрию. А теперь даже не знаю, что и буду. Ничего не думать, это недоразумение. Вся жизнь твоя — это недоразумение. И моя тоже с определенного момента. Ладно, я женщина рациональная, не истеричная, из квартиры тебя выгонять не буду. Тем более, что это моя квартира. Тем более, что... Чего, Казанцев? Вот это сейчас вообще не важно. Короче, если это действительно твоя инициатива, ее инициатива, и ты тут ни при чем, вот и напиши, что это вообще неприемлемо, потому что ты женат. И не можешь добавить, что я покрасивее видал. И каждый день видишь. Ну, короче, чтобы ты когда девица 8 километров не проходил. Она и так живет 3000 километров от нас. Ну, без этого давай, без онлайна. Все, пошла я думать над твоим поведением за тебя. И не смей сейчас тут дрочить. Лаврентьева! Лаврентьева! Маша! Чего тебе? Пошли покурим. Я не курю уже. Ну, стоишь просто рядом. Ага, там опять шоколу вашу. Чё? Да нет, там только Бога. Ты просто курить палено, а я спросить кое-что хочу. Ну, спрашивай, потом покуришь. Чё, ты правда тут крутой появился? Нам Кузнецова видео показывала. Может, и появился. Тебе-то что? Да ничего, просто... Мы с чего-то Кузнецова тоже нахуй послали, а то он совсем берега путает. Он тебя пиздить хотела, а я что, ебанько девку бить? Все нормально, Паша. Ты не куришь? А пиво пьешь? Сегодня у Гоги дыре, ты приходи вечером. Типа извини за тот раз и все такое. Там человек 5 из класса будет и все, не понравится, уйдешь. Кузнецовой там не будет, там нахуй эта психованная сука не сдалась. Ну, ты подумай, не уговаривай. Звучит как наебалово. Может, и нет. Вдруг он просто сосал моего якобы мужика и пытается подмазать. Этот пункт воняет подставы хуже, чем Юрка после суда. Я тебя не узнаю. Где вся осторожность? Где твое критическое мышление? А это и есть мое критическое мышление. Я критически подумала и критически пришла к выводу, что он засал. Все так, что просто возьму свой Юрка. Да, она тебя подставит снова, как в прошлый раз. Ничего, зато спокойнее будет, хотя бы винтовку вызовет. Мась, ты так и не объяснила, что за тему с качами. Да нет никакой темы, просто давно еще в пятом классе у нас был пацан в классе, который по-русски плохо разговаривал, потому что армянин был. И парни его доставали за это постоянно, а звали его, короче, Гал. Капец, он там постмодерн. Да нет, если что, популярное имя у армян. А я тогда вообще дурная была, шилом задницы, и вот уступала за него постоянно. А Кузнецова тогда тоже чморили, только девку, потому что она была из нищей семьи, одевалась как лучше. Вот она, чтобы внимание себя отвлечь, стала меня за этого гадко доставать постоянно. Ну и так, по детски, типа, тили-тили тесто. Ну, я ее матери все рассказала.
сказала, что наверняка отсюда обеду все рассказала. Но потом они вообще в другую школу перевелись. Так откуда она опять-то нарисовалась? Да фиг ее знает, вернулась уже в 10 классе, видно, что такая вся придурка. А класс-то новый, никто меня толком не знает. Более шаны родительские бабки перчат как портили. Более она обиду затаила, я хотела. Но она прям поднапряглась, чтобы всех против меня настроить. Дурная, что еще скажешь? Да что, эта фиксация на нее скачаем прямо из детства у нее? Понятия не имею. Ладно, более-менее поняла. Но это капец, конечно, будет в 11 классе. Пятая квартира, ты сказала? О, добро пожаловать в нашу скромную цитадель пьянства и разврата. Кем ты в разврате занимаетесь? С Пашей, что ли? Чего? Да нет. Забейте, баба уже накидался. Давайте походить. Ну, накидался. А что я теперь не имею права сказать-то пошутить? Ну и что, Петя, ты меня там точно насиловать не станешь? Конечно, нет. Во-первых, у меня столько высокой любви, чтобы искать естественного секса. Во-вторых, Сергеева, ты совершенно не мой вкус. Ну, во-третьих, я уже сегодня подращил. Очень полезная информация. И чем вы тут занимаетесь? Просто бухаете? Да, это, клипы на ютубе смотрим. Вы проходите, Кузнецова здесь нет, мы и так сказали, не приходи. Слова-то ерунда, почему? Чё ты опять начинаешь, я думал, в каше ли уже всё? Сходить давайте. Павел, вы соизволите ли налить дамам выпить? Соизволю. А я пока познакомлю вас с нашей музыкальной библиотекой. Ты, Машка, кстати, какую музыку слушаешь? Ну, всякую. Какую всякую? Вообще всякую, сейчас замучусь перечислять. Ну, окей, давай так, топ-3 трека за всю службу. Бога, что 9, как можно из всех песен мира всего 3 музыки? Согласен, 3 это много. Ну, то один нормально, давай топ-1. Вообще, Андрей. Клоуны украли мои гениталии. Чего? Я говорю, моя любимая песня, клоуны украли мои гениталии. Раз, два, три, четыре, без фантомов, грека.
школьная диско, диско-дискотека. Надо тысячу телека, попробуй устроить, а? Эти хаотичные движения от рока. Вы есть нелепо, даже для подростка. Школьная диско, диско-дискотека. Эй, 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 эй. Школьная диско, диско-дискотека. Эй, 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 эй. Что? Что надо, открывай! Нет! Схуя нет, Паш, ты что, попутал что-то? Мы же договаривались. Только ты с Богой договаривалась, не со мной. Какая разница? Ну, позови его. Не буду. Я не поняла. Это твой день рождения, что ли? Нет. Очкошника опять что-то ссал пизды, от её только на пол учить. А что если да? Тебя-то, если что, он пиздить не будет, а меня запросто. Если не откроешь, пожалеешь. Ой-ой-ой, уже сильно жалею. И стой давай вниз по лестнице. Надо ничего. Ну да. Ну там. Да, дверью ошиблись. Открывай сортир. Чего стоишь? Открывай, помолю, говорю. Какое чего? А мне не ваше плевать будет. Мария, а ваш мужик нам пизды не выпишет? За что? Ну за то, что мы тебя спалили. Ну, мы тебя не спалили. Нет, не спалили. Но ты все равно не расслабляйся. Какой мужик? Ну, мы это с Павлом пойдем покурим, ладно? Ладно. Так, Майя, все мужик. А вот. Че, реально? А чего мне не рассказываешь? Подруга, блин, а я все равно понимаю, что когда в школе ты такая, такая счастливая ходила, я тебя такой никогда не видела. И чё, ты знаешь, что школа или чё, он врач? Нет, его зовут Артём. Сколько ему лет? 35. Чё, мать, ты больная? Ты просто не знаешь, какой он классный. Так, может быть, классный 30-летний детский дед, он хотя бы 15. Нет. Короче, это просто самый лучший на свете мужик. Ну ладно, хотя бы так. Чё, прям любишь его? Пиздец, мои дела, и чё, вас люблю? Нет, его же посадят. Да ничего его не посадят, тебе 16, возраст согласия. Да? Да. А чё ты ругаешься? А тебе беспокоит как-то. Ты не завидуешь? Не завидуешь, чё? Правильно, завидую. Слушай, Майя, ты член его видела?
Не хочу зудя фиксацию на членах. Я же говорю, ничего не было. Может, член это важно. Вдруг его приклон в возрасте уже не стоит. Я поднять не имею, стоит или не стоит. Чувак, он тебе подпись мне что-то не скидывал? Ну, типики. Нет, с чего бы ему это делать? Как? Показать свои чувства. Ты же его, наверное, подпись полой не даришь? Нет. А это ты серьезными отношениями называешь? Да я КЗ, у меня других-то и не было. Ну да, я вообще не урубаюсь, как так Лаврентьевы встречаются с мужиком. А что не так? Да ничего не так! Почему одни все, другим ничего? Да где все-то? Ну, хотя да, в остальном ты мало из жизни обиженная. В смысле? Ну, ты не подумай, я тебя все равно люблю как подругу. Слушай, а что там реально все друг другу голые фотки шлют? Без этого никак? Не все, наверное. Если вы 10 лет вместе живете, то уже, наверное, не нужно, и так все понятно. А если хочешь показать себе чувства, то вот хороший способ. Ну, а просто сказать. Слова — это ерунда, важны поступки, чьи слова. Справедливо. Давай, спокойся в сортире, пока пацаны курят. Что, прям сейчас? Ну, а что делать, ты потом покажешь, что отвесил. Блин, мне кажется, я творю какую-то дичь. Дай заценить. Тебе-то зачем? Ты чё, меня голой не видела? Просто интересно, как получилось. Да вроде норма. Ты чё, офигела? Блин, капец, ты же всю прихожую изговнякла. Подвиси, пожалуйста. Ёбана-бобана, всё-таки не уследил. Что там? Закинуться, наверное. Георгий, открывай это, мама! Мама, а что ты тут делаешь? Не твое дело, открывай давай! Бля, Паша, можешь... Подожди, я... Паша! Не вытирай. Мне очень интересно, что вы там хранили. Открывай давай, я отца вызываю дверь ломать. Нет, все что угодно, только я отца. Ну, это... Добро пожаловать. Так, ну понятно. Конечно, в этом году ты, Георгий, и получишь видеокарту новую. Это раз. А два. Я сейчас возвращаюсь на ночную смену, с которой мне так не кстати не выдернули. И у вас есть ровно час, чтобы привести квартиру в полный порядок до прихода отца. Еще второй парты бы не хватало. Ой. Спасибо, Лерочка. Ну что вы, это же я ради них в первую очередь. А ты-то как узнала? Так они меня с ними звали пить. Ну, я к этому очень негативно отношусь. Бывают же такие хорошие дети. Не то, что эти полбесы. А с тобой, Георгий, мы еще вечером побеседуем. Ну что, довольна? Кузнецова, ты ебанутая? А ты вон у Пашки. Чё, стоите, долбоёбы, помогите встать! Павел, если изволите мне покурить со мной, то я изволю покурить с тобой. Телефон свой не забудь! Нет, не болит. У меня не болит. А должна? Говорят же, что болит обычно. Ну, мало ли что говорят. Кстати, он тебе ответил? Кто? Мужик твой ответ на Юлис. А этот? Нет, не ответил. Он еще в сеть пока не заходил. Да как же? Не заходил. Что, серьезно? Ты даже сообщение не прочитал? Прочитал и офигел. Даже до речку терял. Прочитал, просто пока не ответил. Ага, подумал, что ты совсем рехнулась и кинул тебя в банк. Что? Посмотрел на твой полив души, ничего не ответил.
это нормально вообще? Звони ему, спроси, что за фигня, вообще такое нельзя игнорировать. Юлька, да что ты пристала? Он трубку пока не берет, занят, иди. Ага, занят. Со своей женой, наверное, шпилится. Чего? Ты совсем уже, что ли? Отвали! А? Отвали, я сказала, не твое собачье дело! А что сразу собачье-то? Юля, блин, это я не тебе! Ну так что, мне отвалить или как? Ладно, оставайся, пусть кто-то уже. Я буду, я, без проблем. Что-то атмосфера какая-то в классе, напряженная, что ли. Первый урок, большой кабинет, слышен звонок, но учителя нет. Отрывок взгляд, 40 с чем-то глаз, смотрит весь класс. Кто-то неловко потрогал пиджак, может, с одеждой что-то не так. Вроде бы нет, почему все молчат? Вы добавлены в чат. Автор беседы Валерия К. Вместо названия пустая строка. На сообщение в чате запрет. Ее голый портрет. Вот гравитация, где-то движет. Все, разумеется, в курсе уже. Сумка, наушники, ручка, тетрадь. Бежать, бежать, бежать! Внешняя бледность, внутренний бой. Дверь на свободу, смерть за спиной. Руки бессильно свисают, как ведь. Ответь, ответь, ответь! Белые стены, окошко, вибор. Чат, пересуд, пересуд, приговор. Мама работает до восьми. Возьми, возьми, возьми! Умрут сумейки, обратим крыльцо. Солнце, зима, закрывают лицо. Мысленным кодом шлю Денисов. Пиздос! Не берет. Ну это логично. Надо маме набрать. Ну все. Что все? Она знает, так что все. Что все? Ты что все отмечаешь? Кричишь на меня, собственно, а? Это я, что ли, целый месяц после покупки телефона ленился его запороть? Это я бухаю и бросаю его, где попал. И сама вам все виновата. Так что все. Ты кто, собственно, такой, чтобы тебя слушать, а? Ты знаешь, кто я такой? Нет, ты это не он. Вот это он. Как дела у моего сладенького котенка? Как оценки в школе? Не засиживайся за компом допоздна. Люблю тебя. Это что, Рё? Ты смеешься? Это даже близко не он. Уверен, что когда он записывал это, у него лицо морщилось. Прискливость. Ты это не он. Ну и я не он, это уж точно. Тут уж ты Америку не открыла. Да и какая разница, кто есть он? Сейчас важнее. Кто ты? И кто я? Ты глупая. Малолетняя. Нет. Шлюха! Нет! Ну давай повторяй! Я глупая! Не надо! Малолетняя! Нет! Шлюха! А что скрывать? А что скрывать? А себя-то зачем обманывать? Ко? Все уже в курсе! Не надевай этот галстук, он тебе мал. Как галстук может быть мал? Может, когда ты из него вырос. Почему ты из него вырос? А ты мне уфоткался на школьном выпускном 20 лет назад. Ну вот, все это время он ждал своего часа. Сегодня надену его второй раз. Выбросай его, эти галстуки вообще не идут. Нет, Ефименко сказала, чтобы... Так, а почему ты мне не идет? Потому что ты меня начинаешь выглядеть как приличный человек, а не как мизантроп и педофил. Ты опять начинаешь? Я скорее заканчиваю. Бедная девочка, ей бы уроками заниматься, не с престарелыми извращенцами общаться. Я же все уже объяснял, но это она сама, это она... Я здесь ни при чем была, давай переписку покажу. Больно неохота в истории вашего мезальянса копаться. Ну вот на, посмотри. Что? Номер заблокирован? Это ты, что ли? Так будет лучше для всех. 48 пропущен. А, ну и что ты мне этим пытаешься доказать? Сообщение. Я понимаю.
понимаю, что ты не хочешь со мной разговаривать. И я бы тоже, наверное, на твоем месте обиделась, но я очень надеюсь, что ты это послушаешь, потому что... Короче, ничего не вышло, да и не могло, наверное, выйти, потому что я глупая, и я глупая, а ты классный. Это все, наверное, что я хотела сказать. Надеюсь, будешь меня иногда вспоминать. Мы... Когда еще можешь позаботиться о моей маме, потому что я не знаю, как она такое переживет. Ну и по-другому я не могу. Домашний адрес прикладываю. Вот и все. Приятно было пообщаться. Пока. И прощай. Наверное, в таких ситуациях говорят прощай. А вы прощайте чего? Абонент временно недоступен. Вот ты мне честно скажи, ты ебанулась, да? Там человек суицидом собрался. Да ладно тебе, это же дети, они так себе внимание привлекают, ничего с ней не будет. А я вот в этом не уверен. Ты лучше скажи мне, зачем мне твою замок было везде ее блокировать? Если бы она до меня дозвонилась, я бы, может, поговорил бы с ним, успокоил. А затем, тебе сейчас не до этого, тебе надо на работе восстанавливаться, и некогда на соплю всяких отвлекаться. Знаешь что? Просто знаешь что? В смысле, свободных мест нет. Ближайший рейс через неделю еще. Придется поздно. Сколько он там идет? Тайёв! И что? Ты сейчас реально куда-то за три пизды поедешь, потому что тебя там малолетка шантажирует? Да. Ну, может, передумаешь? Еще неизвестно, ждет она тебя там или нет, а я-то здесь с тобой. А это, кстати, еще одна причина, чтобы уехать. Что же поделать мне с этим мужчиной? И чтобы на яркий раз он стал скотиной, себя тянуть из его жопы детства. Раз он мой супруг, и мне некуда деться. Небывалая удача, непростые повороты. Муж мой не мужик, а мальчик, и к тому же без работы. Довольны девицы, зачем-то уеду бессовестно. Вадим уж напился и где-нибудь выпал из поезда. Сопли вытираю, словечки коплю, поздно засыпаю, да и то не сплю. Лишь тепла немного, я прошу в ответ. Разве это плохо? Я считаю, нет. Это пока я еще не сказала, сколько вложила, его напитала. Если здесь кто-то имел прецеденты, как получить мне мои дивиденды? Пусть его честно, пусть женитьбы, всех мужиков под залог посадить бы. Только представьте, как будет прекрасно это влиять на народные массы. Никаких волнений, никаких тревог, глупых обвинений, дома поженёшь. Ну а если всё же ты ушёл в закат, освежитель тоже забирай назад. Нет, ну серьезно, пахнет хуже, чем говно. Это просто невозможно, невозможно. Значит, вот тебе по королям. Раз, вот тебе. Два, и вот тебе. Три. А это тебе на погоны. Ну ты... Нехороший человек. Ничего не знаю, давай как договаривали. А тебя как звать-то? Артем. Сашок, Евгений Дмитриевич, Вазген. А ты что такой мрачный? Пить с нами будешь? Не знаю. Не знаешь, будешь пить с нами или нет? Не знаю, почему мрачный. Пить, конечно, буду. А, вот это по-нашему.
А чё, чем дышишь, Артём? Кислород. Мне попроще спросить. А как у тебя попроще вопросы спрашивать, когда у тебя лицо такое сложное? А ты вот это не стесняйся. Расскажи, о чем мечтаешь? Ну я да. Мечтаю, чтобы меня все отъебались. Это я не про вас, а так, в принципе. Странно тебя мечты, конечно. Я мечтаю, чтобы наступил мир во всем мире. Вам попроще. А ты что, вот о чем мечтаешь? Я? Да у меня в селе все есть. Ну разве что главой района стать. А зачем тебе такая ответственность? Да есть у нас там Якшурбодинский тракт. Хочу его пищеварительный переименовать. Ладно, шучу. Говорю же, все есть. А ты вот где? А мы хочу вернуться. Я в Петербург-то ездил так, клинику проведать, бизнес свой. А семья у меня в провинции живет. Соскучился, слов нет. Ой, хорошо, куда есть кому возвращаться? Конечно, есть кому. Сын у меня там, Гамлет. Ха-ха, Гамлет. Не, я пошутил, только спал на литературе, когда мы Чехова проходили. Вот он тоже в этом году школу заканчивает. Ну и пачерица еще есть, Лерка. Тот жены моей нынешней. Девка дурная, но мамаша ее самый сок. Домой вернусь, сразу в койку. Итак, Исак, пока ходить не разучится. Ай, повезло тебе с женой, а? Не то слово, а главное, познакомились интересно. Дочь ее, Лерка, сына моего в детстве задирала, но он парень гордый был всегда, мне ни слова. Одноклассница их мне разболтала. Ну я как с этой мамашей встретился, думаю, все. Если моей не будет, стряжу себя. Артем, а ты че такой смурной? Давай рассказывай, что у тебя там случилось. Ну, в общем, есть один важный для меня человек. Девушка. Короче говоря, планирует покончить жизнь самоубийством. Вот. Надеюсь, разговорить, если успею. А ты кто? Жених? Да нет, просто друг. Хороший, видимо, друг, раз на поезде помогать едет. Точно не жених? Да, точно. Какой жених ей? 16 лет. Ну ты как приедешь, ее родителям внушение сделай, чтобы воспитывали нормально. Хотя 16 лет там уж поздно воспитывать. Нормально, так как? Ремнем? Ну, можно и ремнем. Можно, можно. Совсем распоясались молодежь нынешняя. На площади стоят с плакатами. Начинались фейков в своих интернетах. И жить нормальным людям не дают. Да таких вообще нужно с утра до ночи пороть по жопе. Да что? Да что, порядок был. Точно. Да какой порядок? Вы посмотрите, что в стране творится. Тут уж дети явно ни при чем. А ты, Артем, что, президент? Нет. Может, министр какой, депутат? Тоже нет? Так откуда ты знаешь, что так нормально должно быть? Там же наверху не идиоты сидят. Умные люди, сами разберутся как надо. Иначе приняли бы меры. Сейчас главное не бухти. Я от знающего человечка слышал, что сейчас реальные изменения пойдут. Порешают ситуацию, и будет у нас торговый альянс с Китаем. Цены на нефть поднимут и держать будут. Европа ничего сделать не сможет. Сейчас главное посидеть тихо, спокойно, переждать, и все нормально будет. Там знающие люди сидят. А, при коммунизме все будет зашибись. Он наступит скоро, надо только подождать. Ну, не знаю, как при коммунизме, но инфа железная, человечек зуб дает. Ну, допустим. А как это относится к вашему желанию убить детей? Насилие это как поможет? Опять Артем начинает? Это не насилие, это чтобы их уму разум научить. И вас так же учил? Ну да. Голода ведь часто, и дроги все пасло, видимо, поэтому
духом на земле. Ой, ты для себя счастливым ночью моя смело. Пусть назвать и трудно, жизнь мою простой. Ее же ты не при смерти, и руки, ноги целы. То же вы так можешь, не сдавайся и не дай. Быстро жизнь промчалась, всякое случалось. Но всегда старался я держать себя в руках. Метод мой проверить, я всегда уверен, что работа добрая побеждает страх. Ну а если бледните, как помидоры неспелые, рукава закатывай, работай и не ной. Если ты не при смерти и руки, ноги целы, то живи как можешь, не стани артистный бой. Я Пашу звонила, он трубку не берет, Лаврентьева хотя бы раз написала, пропал куда-то. Ну что он сделал, некромант что ли? А, тебе смешно, да, нихуя не смешно. А что теперь будет? С тобой ничего хорошего, вон. Да в смысле, почему так? Я же не хотела, чтобы все именно так случилось. Да, она не хотела, по-моему, ты целенаправленно этого добивалась. Нихуя подобного. Я просто... Что просто? Я просто шутила. Скажешь им, что я просто шутила? Чего, блядь, не выясняй, чтобы ты мою подругу убила натурально. Теперь хочешь, чтобы я тебя выгораживала? Ой, да и какие вы уже подруги были. Других у меня и не было. Ну ты ушла из Бизнесова, ты теперь так обрадовалась, собралась, да? Тебе все равно почти никто с ней не общался, можно наебывать, да? Ой, ты кто знал, что она такая психованная окажется? Ну, то есть она теперь сама виновата получается. Ах ты, мразь. А че ж ты на помощь тогда не пришла, еще подруга называется, а? Блин, это же... Чего? Здравствуйте. Мария Лаврентьева здесь живет? Писала мне триптилину, как узнал, что бухать на курсе нельзя, устроил стельку и ушел. Ага. Но ты бы все равно с ней не повезли была. Папа, в смысле, Вазген Петросович, говорит то, что с клиентами нужно как с королями. Да я все понимаю. Просто когда они сами себя королями считают, хочется их не к психологу, а к психиатру отправить. Там, кстати, опять твой ухажер Файет вообще. Да, ну, пожалуйста, скажи, что у меня нет сегодня. Ну, как-то это нехорошо получается.
Он тебя в лесу нашел и практически из петли вынул. Я все понимаю, я благодарна, конечно, но это же не значит, что я теперь ему принадлежу. Да и вообще, я из своего задрипинского в Питер набиралась, ему психолога, поступала не для того, чтобы старые отношения поддерживать. Ладно, но только последний раз. Потом как-нибудь между собой разберетесь. Как там говоришь, его зовут? Паша. А-а-а! Паша Мордяков из 10 Б? Помню. Хорошо. У тебя следующий 5 получается. Отдыхай тогда пока. Спасибо, Гамлетик. Я же тебя просил, так меня не называть. Чувствую, как будто там проклюнулся песен. Клоуни украли мои гениталии, взяли и украли мои гениталии. Нет, не поверишь, как мне было грустно, просто смотрю между ног, а там пусто. Украли в ночи эти темные призраки мои половые первичные признаки. Что же случилось, пока мы все спали? И так без меня там мои гениталии. Волны украли мои гениталии, взяли и украли мои гениталии. Ты не поверишь, как мне было грустно, просто смотрю между ног, а там пусто. Там пусто.